Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот кисть для макияжа, которую я покупала в фикс прайсе. На самом деле мы будем сегодня сравнивать с такой же дорогой кистью. Так, давайте ее откроем. Стоила она 99 рублей. Здесь вот даже наклеечка. Наклейка. Да, наклейка такая малюсенькая. Получается даже какой-то маленький чехольчик такой для нее, чтобы она у вас не где-то там валялась. Так, давайте посмотрим упаковку. Так, я думаю, будет удобнее смотреть, когда она не смятая. Вот, и тут, конечно, будет получше все видно. Фикс прайс подписанного. Так, ну вот она сама кисточка. Не знаю, обычная ручка, наверное, удобная. Такие довольно жестковатые у нее волокна. Вот в эту сторону хорошо гнуться прям. А вот в эту потяжелее. То есть, в принципе, вот она вот так наносится. И в бок. Под глазами. Ну, довольно тяжело. Такие они мягенькие, мохнатенькие. Похоже больше на какую-то щетку. Ну, она мягкая, конечно, да, но похоже на щетку, как будто ею диван очищают от ворса. Так, кстати, тут немножко выпадают они. Не выпадают, даже, наверное, торчат лишние. Вот, и давайте посмотрим дорогую и будем сравнивать. Дорогая у меня вот такая, она немножечко побольше. Покупала я ее в Ритуале за 700 рублей. Сейчас мы ее откроем. Еще ее ни разу не открывала. Так, вот так она выглядит. И сейчас мы с вами посмотрим здесь вот, что написано. Сейчас я туда листок вложу, чтобы было видно. Вот так, наверное, будет видно. Вот сфокусировалась. Кому интересно, нажмите стоп. Мы продвинем дальше. Тут тоже рядышком. А, здесь написано у нее губные помады. А, нет. Тени для век, да, можно. Она что-то мышеватая прям. Румяна. Скульптор. Консилер. Короче, много всего. Ну да, где ее можно использовать? Подводку ее нельзя использовать, она большая. Тени для бровей большая. И губная помада, конечно, она тоже большая. Вот такая вот. У нее тоже, кстати, своя коробочка, которая закрывается, чтобы тоже она не валялась, где попала. Вот. Ну, у нее уже ручка, конечно, не глянцевая. Такая матовая, то есть она не выскользнет. Хотя тут тоже так удобная. Серединка не глянцевая. Не знаю. Здесь волокна, мне кажется, помягче немножко. Ну да, вот эти они больше как-то торчат, как будто они пошире. Они такие жестковатые. А вот здесь прям, да, она прям мягкая. Но я так и думала, в принципе, и для этого я обзор этот и делаю. То есть, в принципе, вот тут будет наноситься гораздо мягче, чем вот этот, прям жесткое. Не знаю, может быть, напишите в комментариях, кто-то и привык, может быть, считает это идеалом. Не знаю, у нас их особо не берут, поэтому не могу сказать. Такая мягенькая, ну, конечно, по цвету они разные, естественно. Так.
Сверху серенькая, внутри темненькая. Вот эти волосики, они пожестче, а здесь прям мягенькая. Хорошая, ее удобно, наверное, наносить ею. Тут я вот тут вот смотрю, вот как написано, и пытаюсь ощутить. Именно вот это вот наносить, она прям мягенькая. Вот это тоже мягкая, но она вот, видите, кожа даже двигается. Истина, хотя тоже двигается, но не особо. Ну, это пожестче, она прям жесткая такая. Вот. Ну и ручка здесь, конечно, побольше немножечко. Да, немножечко, наверное, побольше. Мне кажется, она поудобнее. Ну, все-таки дорогая, 700 рублей и 100 рублей. Ну, в принципе, держать довольно удобно, да. Если они, я думаю, на одинаковом расстоянии так вот сделаны. Ну да, почти. Ну, да, на одинаковом. Вот. Довольно такие они красивенькие. Мне, в принципе, понравились обе. Я думаю, наверное, маленькая ее как раз можно использовать, вот как здесь написано, наверное, для... Это вот большая, а вот маленькая, наверное, больше подойдет для губной помады, поэтому она может быть жесткая. Вот. Тени для бровей, хотя нет, там, наверное, поуже. Там была вторая, но она была прям совсем такая вот, прям вот, вот узенькая прям. Вот, я взяла пошире, потому что как раз мне такая была нужна. Вот. Напишите в комментариях, какими пользуетесь вы, что вы именно наносите, на какие части тела наносите. Большую часть там на лицо, может быть, на губы, вот, может быть, вот такими вот на губы пользуетесь, наносите губную помаду. Вот. Напишите, какой вы пользуетесь из фикс-прайса или дорогой из магазина. Мне кажется, проще дорогой. Все-таки я лично всегда переплачиваю за качество. И вещь мне служит очень долго, чем покупать дешевую. И потом она сломается, что-то с ней произойдет. И потом снова, снова, снова. Здесь вот, например, она гладкая, то есть тут больше никаких ворсинок не торчит. А вот здесь вот они есть. Вот она торчит. Две штуки. То есть, ну вот мне еще такая, да, попалась. Тут вот чуть-чуть тоже торчит. Ну, все равно качество другое, согласитесь. А, вот. Да, кстати, мы тут состав с вами нашли. Хотела посмотреть. Синтетический ворс и пластик. Ну, да, синтетический ворс. А тут написано АБЦ. Ну, наверное, что-то подобное, что-то похожее. Вот. Здесь тоже жесткий, тут помягче. Вот, в принципе, на сегодня это все. Не буду затягивать ролик длинным, а то вы пишете мне, ругаетесь, что слишком длинный. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, какими пользуетесь вы. Вот. И всем пока-пока.